Здравствуйте! Коротко расскажу, как заделать трещины на кремовом покрытии на двухъярусном торте. Ссылка на полный видеоурок есть в описании под видео. После фиксации второго яруса трещина проявляется в полную. Вот смотрите, она уже ярко выраженная. Торт у нас охлажденный, а крем, с которым мы сейчас будем заделывать трещину и стык, комнатные температуры. Просто аккуратненько приставляем шпатель и снимаем легонько, постепенно прижимая, снимаем немного крема, 2-3 мм. Сразу после этого трещина может также спрятаться, ее уже практически не видно, но это не поможет, она потом все равно проявится. Поэтому теперь берем потихонечку тонким длинным шпателем и наносим крем на то место, где была трещина, и на стык между двумя ярусами. Аккуратненько выкладываем и так легонько промазываем. Нам нужно заполнить вот эти щели, которые есть. После того, как мы нанесли крем, закрыли все щели, опять берем гибким шпателем и начинаем все это сглаживать постепенно. Проходимся аккуратно один раз, снимаем излишки крема. Проходимся потом второй раз и так постепенно выравниваем бок второго яруса. И тем самым заглаживаем щель и зарабатываем трещины. Здесь главное не спешить, чтобы все получилось хорошо, чтобы мы еще больше не испортили. В самом конце, когда мы уже излишки всего крема убрали и у нас получается ровный бок, ставим уголок шпателя на сам стык между первым и вторым ярусом и легонько прокручиваем торт и проходимся, еле-еле приложив шпатель к крему, и проходимся таким способом, еще сглаживаем. Когда нам удалось более-менее сделать все красиво и ровно, убираем торт в холодильник еще на час-два, чтобы он хорошо охладился. После этого проходимся еще раз аккуратненько шпателем. В итоге торт у нас исправлен и все выглядит нормально.